По предварительным данным, я набрал большее количество голосов, и поэтому огромное спасибо всем, кто за меня проголосовал. Мы говорили, что на выборах главное не только победить, но чтобы люди сделали правильный выбор, и чтобы потом не жалели об этом выборе. Надеюсь, что они, жители Карелии, не будут жалеть. Все сделают для того, чтобы оправдать их доверие. И все сделают для того, чтобы вера и правда служить народу Карелии. И сделать так, чтобы жители наши жили лучше. Сергей Ильич, как настроение? Бодрое совершенно. Вот я сегодня удивился репортажу, который был в 2 часа, по-моему, по одной из телепрограмм, что вот уставшие кандидаты пришли на выборы. Я совершенно не уставший, готов работать. И много раз об этом говорил, у меня просто руки чешутся.